Серьезный уровень первенства подтверждался участием не только большого числа спортсменов, но и высококвалифицированных судей и тренеров. В турнире встретили сильнейшие спортсмены, которые продемонстрировали чудеса техники бокса, невероятную ловкость, запредельную скорость и мощь. Смогли удивить маститых судей и тренеров своей техникой и тактической подготовкой. И некоторые из них были признаны лучшими по итогам соревнований. Вот туда, чуть-чуть, чтобы все могли вас снять. Да-да-да-да-да. Отлично. Аплодисменты спортсменам. Большой интерес у зрителей и болельщиков вызвали бои в возрастной категории. Здесь конаковские боксеры смогли отстоять честь своего города. Несколько первых мест в различных весовых категориях. Победителями стали и гости нашего праздника. Всем призерам первенства были вручены грамоты, медали, плакаты, вымпелы с символикой нашего города и турнира. В перерывах и после турнира по боксу проходили и показательные выступления спортсменов по рукопашному бою. Также всем делегациям, принявшим участие в соревнованиях, подарили на память специальные сувениры от администрации города, чтобы гости не забывали наш спортивный город и чаще его навещали.